Сегодня мы узнали имена педагогов года. Победители определил финал. Семеро смелых, одаренных, интеллектуальных вышли на сцену и не оставили зрителям и жюри ни единого шанса на разочарование. Кто же герои дня и следующего года? Сейчас объявим. До оглашения имени победителя конкурса «Педагог года» всего 5 минут. Позади бессонной ночи, защита собственных проектов, мастер-классы, дискуссия с начальником управления образования. Двухмесячный марафон преодолен. Мы подружились с участниками, с финалистами. Если изначально был каждый за себя, были уроки, внеурочная деятельность, мы редко виделись, только именно на этих уроках, да, когда проводили, то потом, когда вышли в финал, мы стали встречаться каждый день, репетировать друг с другом. В общем, мы очень сдружились. Вот последнюю неделю каждую перемену ко мне подбегает Игорь Сергеевич, а вы победили, вы уже победили. Но сегодня вот я уезжал, когда я в школу, все хором кричали «Удачи желают». Клинская педагогическая команда. Они вместе и один лучше другого. Но символ конкурса достанется только двум финалистам. До награждения всего шаг, но сделать его нужно красиво, ярко, артистично. Перевоплощение только приветствуется, а ведь тема финала – чудо. Воспитательница Ольга Ткач на сцену вышла в образе Бабы-Яги, назвалась Едвигой Константиновной. Этот образ особенно нравится воспитанникам в родном детском саду «Сосенка». Преподавательница английского языка Татьяна Хромова призналась, учителем мечтала быть с детства, и вдохновляли ее известные киноперсонажи. Мистер Петрович из «Большой перемены», Фрекенбок из «Карлсона», Илья Семенович из «Доживем до понедельника». Мечтаю я, что в Новый год чудесный исполнится мечта моя. На сцене самые креативные, дерзкие, талантливые. Волнение и азарт отступили. Время принимать подарки и поздравления. Мы очень гордимся теми педагогами, которые сегодня в нашем клинском образовании. Мы очень вам доверяем, поскольку самое большое чудо в нашей жизни – это дети. И это чудо каждый день нас с вами удивляет, огорчает, расстраивает, вдохновляет. Мы можем восхищаться тем, что клинское учительство развивается, оно растет, оно молодеет, оно становится более красивым, оно становится более дерзким, смелым, талантливым. И в этом заслуга нашего огромного коллектива. А победительницами конкурса стали Дарьи Сергеевны, Панова и Каткова, воспитательница и учительница. У меня было в детстве две мечты. Первая – это побывать Золушкой, а вторая – это стать учителем года. Потому что однажды, когда мне было 8 лет, моя мама повела меня в ДК «Пульс» на премию «Учитель года». И я тогда загадала, что я хочу стать учителем года. Вы представляете, как все сбывается? Все сошлось. Я не думала, что я одержу победу, но если мне дали первое место, значит, я этого достойна. Но на этом состязание для финалисток не заканчивается, а теперь они представят клин уже на областном конкурсе. Полную телеверсию финала, а также спецпрограмму «Педагог года» смотрите уже в январе на муниципальном телеканале «ТВ-Поиск» на 22-й кнопке. Валентина Мордовина, Александр Сидей, Максим Максимов, Сергей Скрябин. Новости дня.